Шанти-Шанти-РФ. Как известно, зима уже близко, и поскольку бобры активно грызут деревья, даже недавно, кстати, в Беларуси бобр напал на человека, сгрыз ему ногу, и человек умер. Так что аккуратнее с бобрами и с дикобразами тоже, если вы понимаете, о чем я. Поскольку зима близко, нужно утепляться. У меня сейчас на мне футболка Russian Winter компании Splav. Это, по сути, термобелье. Лайкра полиэстер, она из каких-то супер-гипер-пупер волокон, но очень приятная к телу, очень гладкая. Сейчас нет девушек, чтобы они меня погладили, сказали, насколько это клево. Поверьте, мне сидит замечательно, тянется, и по видам активности рассчитано от легкой активности до достаточно серьезной именно на зиму. В помещении в ней капельку потливо и жарковато. Ну, как бы что ожидается. Она тянется из-за того, что изнутри она чуть-чуть такая, скажем, новая, она цепляется к телу. И не пытается слезть. На мой взгляд, клево. Есть трусы из этой же серии. Я вот серьезно подумаю, чтобы себе такой штукой завестись. Шанти-Шанти-РФ. Если полезно, ставьте лайки, заходите на наш канал на YouTube, группу ВКонтакте, либо сайт. Покупайте теплые вещи, стоят недорого. Вообще в качестве подарка, еще раз покажу упаковку. Весьма рекомендуется. На 23 февраля вместо носков лучше трусы мои подарите. Ей-богу, будет полезней.